Друзья, всем привет! С вами Strikes, мы продолжаем играть в космические инженеры. У нас новый сезон, третий. И мы стартуем с вами на новой планете. Это у нас Тритон, если не ошибаюсь. Давайте покажу я, какие настройки мира. У нас выживание. Из модов стоит только вот этот. Чтобы не подбирать руду, чтобы она сразу в штаны, как говорится, падала. И лишние кусочки нам не захламляли мир. Поможет, надеюсь, более стабильные FPS. Пока что вот такие настройки. Будем менять, не будем. Время покажет. Кому интересно, разглядите, на паузу поставьте. Вот, по балансу там, если что, отбалансируем. Так, поехали, стартуем. Я только в капсуле загрузился, поэтому, как говорится, с самого начала. Самого начала. По поводу выживания. Будем, так как мы на планете, либо закопаемся под землю, либо в какую-нибудь скалу. Что-то такое, в общем. Вот, мы спускаемся на капсуле, у нас тут парашютик. И, как говорится, самый-самый старт, самое начало. Вот, у нас, в принципе, есть горы, тут даже что-то уже... Это что такое? Старт... Какая-то этот... Какая-то станция. 7 километров, 8. Ну, сейчас посмотрим, надо будет до нее тоже долететь, посмотреть, что там есть. Может быть, даже по заданиям пойдем, потому что там дают... Дают всякие плюхи. Итак, мы вылезли, у нас тут, если не ошибаюсь, есть кислород, можно дышать, да? Так, подожди-ка. Ну да, он пишет высоко. Там 80%, по-моему. Но единственное, у нас тут холодно. Мороз пишет, да? Ну, у нас скафандр вроде греет. И здесь у нас лед, у нас, по-моему, нету даже камня. За камнем надо в горы. Зато у нас много, много льда, много снега. И с кислородом, водородом у нас проблем не будет, я думаю, да? Так, поехали забирать то, что нам нужно. Нам нужно водородный баллон. По-любому, потому что летать лед мы оставляем. Что у нас есть? Что у нас вообще есть? Бекончик, херончик, генератор, ор-детектор. Сейчас надо будет, ребят, все вспоминать, потому что я 150 тысяч лет до нашей эры не играл. Я уже ничего не помню. Как тут что? Надо будет все кнопки, все вспомнить. Так, производство. Мы что-то через эту херню можем сделать вообще-то или нет? Сейчас мы быстренько построим, наверное, сначала нубскую базу, а потом будем уже дальше думать, куда нам дальше двигаться. Так, если что, ага, здесь можно подзарядиться, есть батареечка и всякие-всякие ништяки, да? Так, ну давай, наверное, что, железо у нас тут есть 60 с чем-то метров и больше вроде как ничего не ищет. Вот, погнали пилить, пилить, строгать, что нам, трастера нам точно не нужны. Сейчас построим какой-нибудь ветряк, вот, и дальше, ну, короче, нам надо базу сейчас, ну, базовые эти все штуки сделать. Все базовые штуки. Так, лампочку давай спилим. Так. Кстати, лампочку я бы сразу бы поставил, потому что... Чё? Не открыто? Ах, блин, зараза-то какая. У нас тут сначала блок такой, потом блок секой, базовый сборщик надо сначала поставить. Ну, понятно. Короче, у нас сейчас все заблокировано. Пока ничего не можем. Вот, наверное, будем прокачиваться через малую сетку. Естественно, чтобы быстрее просто открыть все это барахло. И уже не думать об этом. Вот, а потом уже будем большую сетку делать. Я тот бур, который мы делали в прошлом сезоне. На большой сетке, который... Я его переделал на атмосферные трастеры, потому что он был у нас на ионных движках. Я его сделал на атмосферные трастеры, просто на запас. Будем мы его здесь строить, не будем, посмотрим. Вообще нужен. Ч
Что-то все шатается, все херается. Но нам надо все лишнее спилить сейчас. Так, сидушку бы, наверное, тоже бы нахрен не нужно, да? Тут половина вообще не нужна, если честно. Так, что это было? А, это мои следы, да? Так, что мы делаем? Мы, естественно, ставим блок, и временная база будет прям тут. Ничего бы нет, сейчас мы себе клеточки наметим. Какие-нибудь там 3 на 3, на 3 на 3. Так, где-нибудь ветряк воткнем. Так, не то, не та кнопочка. Так, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, давай десять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это на будущее. Два, три, четыре, пять. Ветряки, чтобы натыкать. Чтобы у нас тут, как говорится, электрика была. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде не упадет, да? Так, теперь нам надо понять, что какие ветряки. Вот, но, что, я зря, что ли, 200 рублей платил? Где ветряк мой? Дорогой, DLC-шный. Где? Ветряк. Ветряк, ветряк, ты где? Тут? Вот тут. А что нам здесь тогда поставили? Так, лишнее давай сразу убирать. Это что, базовый очиститель пригодится, базовый сборщик пригодится. Еще нам нужен комплект для выживания, да. Все, самое нубское мы выбрали. И теперь поехали строить. Так, можно, в принципе... А солнечная панель нам что надо вообще? Солнечные элементы. По-моему, мы их делать не умеем пока, да? Это новые солнечные панели всякие разные, жирные, прекрасные. Так, во, огромный жирный ветряк. Красивый, модный. 200 рублей. Че, я зря платил, что ли? Так, ну-ка, 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 дай. А че нету? Внутренние пластины, понял. Понял. Так. Угу. А чтобы нам эту херню сделать, нам надо что-нибудь копать, да? Мы ж сейчас пока... Или подожди. Где мой инвентарь? У нас нету, да? Вообще ничего. А, и я эти самые решетки. Откуда-то? Откуда-то решетки. Ой, слушай, а я сломал, да? Я что, дурак, что ли? А, нет, не сломал. Все нормально. А ну-ка. В смысле? Сюда нельзя решетки? Че, серьезно, что ли? А что это? Подожди, survival kit не вмещает? А, подожди, вот сюда, все правильно. А, вот эти он штуки не держит, да? Это типа жирное слишком. Так, подожди, а сколько стоит контейнер? Контейнер, 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 конвейер. Контейнер, где он тут вообще открывается-то? Вот это, да? Малый контейнер, большая сетка. 4. Слушай, он как раз 4 стоит. В принципе, можно его воткнуть. Сейчас просто хотя бы эти уйдут. Всякие разные штучки. В смысле? Опять срана внутренняя пластина. Внутренняя пластина. Так, ну придется покопать, ребят. Извините, чего уж тут. Я не виноват. Таков путь. Стой. Ушки. Копаешь вообще? Давай, копай, копай. Видите, он сам подбирает все эти ошметки. И лишнего ничего нету. Так, ну что, чуть-чуть покопали, да? Так. Так, нам надо теперь все это дело закинуть и переделать. Это. Так, лед. Вот, подожди, я что-то только льда накопал. Нет, лед это, конечно, круто. Я могу заправить вот так, да? Да.
Так, что-то тут вообще же нету ничего, да? А где? Глубоко? Надо глубже покопать. Насколько у нас тут лед вообще? Где камень-то? Нам нужно хоть немножко камня, чтобы ну, базовые вот эти все штуки получить. Хоть какие-то. Интересно, насколько тут глубоко лед? Или это вообще планета вся изо льда? Сейчас проверим. Что-то попадается? Ну, блин, пока сраный лед только. Не, на самом деле лед это круто, потому что мы сразу переходим на водородники и вообще не паримся. Так, ну походу глубоко, да? Ну железо вон, 75 метров, может там где железо, там и камень будет. Ну если чё, на крайняк, кстати, если лед можно будет здесь продать. Именно продать. Ну, типа, вон торгаш будет покупать. То мы можем, в принципе, лед ему продать. Блин, вообще один лед, прикинь. Слушай, а все, да? Больше не влезает. Ну, то такое, конечно, булыжник-то мы надыбали. А пока что... Ого, валун. Валун. Чё, в горы бежать? Блин, 100 лет бежать будем. Но все равно нам в любом случае надо. Давай заправимся. И сбегаем. Ну, точнее, слетаем. Так, где у нас тут заправка-то? Не, ну, лед есть. Теперь у нас, в принципе, с заправкой пока у нас есть электрика. Точнее, у нас нет электрики. Ну, электрика, в смысле, здесь есть. Еще батарейка цела. Нам надо тогда сгонять в горы. Сейчас, как минимум, да? И надыбать камни, если там вообще камень. Давай, погнали. Тихо-тихо-тихо. Вау. Вот это было больно. Кстати, слушай, я, блин, почти себя убил. Ой, магний. Где был магний, подожди. Знаете, в чем прикол? Это что было сейчас? Никель, шмикель. Давай отмечать. Кремний, никель. Так, никель. Тихо. Никель. А, дело в том, что у нас пока не поставится медпункт. У нас любая смерть фатальная. Так, никель, да? Никель. Никель, шмикель. А это кремний. Просто будем знать, что мы что-то нашли. Кремний. А, слушай, а может мы так прям найдем? Нам не надо что-то копать. Точнее, в горы идти. Мы отсюда найдем и закопаем то, что нужно. Кремний, да? Кремний. Кремний и магний. Но магний нам пока не нужен. Нам самое важное это найти кобальт и этот... Как его? И серебро, да? Потому что это медпункт и это большой контейнер, да? Никель, херикель. Никель. Магний. Давай покопаем. Что у нас тут? Блин, далеко. Ну давай вот так. Сейчас мы хотя бы эти базовые ресурсы херанем. Ну либо вот сигнал, как вариант тоже. Может притащить нам какие-нибудь эти. Так, а где у нас фонарик? О. Да, получается, здесь у нас везде лед. Я первый раз на этой планете, кстати, поэтому я не в курсе. У нас здесь лед. Поэтому здесь обычного камня, скорее всего, нет. Но зато много льда, да? Так, ну вы почти кремний накопали. Нам еще железо. Там где-то было рядышком у нас. Значит, в горы мы не поедем.
отсюда притащим. Так, подожди, а вот это уже, кстати, похоже на камень. Ну-ка. Ну-ка, это что? О, это камень, отлично. Тогда мы сейчас прям вот камнем зафигачимся. Через камень пойдем, потому что это тоже всякое и железо, и хереза, там все на свете. Все, в принципе, значит, камень есть, просто он глубоко, да? Верхняя поверхность получается вся во льду. Так, все, полетели мы домой, как говорится. А где наш дом? Сигнал, никель. Подожди, а где наша капсула? А, вон, да? Кстати, нельзя разбиться, потому что... Давай сейчас GPS поставим сразу, где дом. Сейчас мы это пережарим. Капсула-то у нас это пропадет в любом случае. Так, давай тогда начнем с главного. Здесь напишем новая локация зеленого цвета. Напишем home. Да что такое? Вот так вот. Вот так вот. Так, пережарка, пожалуйста. Так, это не то. Пережарка. Бум. Так, заправимся. А, ну слушай, мы хпшку-то мы и здесь восстанавливаем. В принципе, норм. Я считаю, что медпункт. Но он не считается воскрешением. Поэтому, если мы кирдыкнемся, нам кирдык. Так, ставим вот это на максимум. Сколько сделает, столько сделает. Вот, и в принципе, я бы, наверное, сохранился. Так, это у нас первая серия. И погнал еще куда-нибудь что-нибудь и опять покопать. Это я где был? А, вот, подожди, железо еще есть отдельно, да? В принципе, железо. Вот, в дальнейшем мы, наверное, большой бур воткнем. И просто будем... Большим буром копать. Так, вот уже вроде как камень, да, пойдет сейчас? Да, камень пошел. Берем опять камень. Вообще копает, нет? Как-то странно он все ведет. Ну, первые серии, они в любом случае такие бурительно-ручные работы, поэтому извините, кому это не нравится, ребят, можете сразу на пятую какую-нибудь серию переключить, там будем уже, надеюсь, на ровере каком-нибудь кататься. Так, полетели вверх. Полетели вверх. В принципе, под домом железо получается у нас, да? Так, лампочку я выключу. Так, еще камень. Давай весь перерабатывай. Вот, мы можем делать уже эти. Сейчас давай начнем тогда с базового, да? Так, нам нужны вот эти штуки, нам нужны вот эти штуки, вот эти штуки, вот эти штуки. Балки, хералки. По-моему, 23 надо, да? Это нам надо до хрена. Моторы. Короче, все нам надо. Хотя, нет, моторы пока не надо. Эти штуки есть. Вот этих вообще миллиард надо. Вот этих 2 миллиарда надо. Ну, короче... Пока вот так сейчас натыкаем. Компьютеры. Так, давай, наверное, с балок, потому что нам надо ветряк поставить. Пару компьютеров. И вот эти штучки. Вот, пусть делает.
Там сейчас что хватит, что не хватит. Так, еще этих надо минимум 23. Так, ну что, давай, наверное, поставим наш первый ветряк. Где он тут у нас? Дай мне все, что надо. Алло. Внутренняя пластина. Давай мне делай пластину, если сделаешь. Все компоненты изъяты, отлично. Так, поставим наш первый середочный ветряк за 200 рублей. Доставься ты твою же дивизию. Тыдын. Варим. Отлично. Все, электрика пошла. Теперь, в принципе, сюда уже можно что-то делать, но этой электрики нам будет мало, естественно. Да? Нам надо что-нибудь побольше. Нам надо вот эту херню переместить. Сделать водородник, сделать... контейнер. А, кстати, контейнер. Давай, наверное, с контейнера начнем, раз я там могу это сделать, наверное. Так, только не маленький. Большой. Все компоненты успешно захерали. А, подожди, он мне какой-то другой дал. Да не надо мне здоровый. У меня обычный вот такой маленький. Так, запихнем его куда-нибудь вот сюда, наверное. Или сюда. Давай сюда поставим. Ой, слушай, а тут много надо. Но в любом случае у нас... А что нам? У нас, по идее, должно все хватить. Че он не дал мне все? Алло. У меня не тот формат выскочил, да? Вот такой мне дай. Интересно, он поймет, что я там уже поставил или нет? Или он сейчас опять захочет решетки, да, по уходу решетки, да? То есть он не... Когда уже на клетку тыкнул, он не видит, что... Ну, то есть не понимает, что ты уже поставил часть. Он тебя как будто с нуля собирает, да, получается? Не удалось добавить. Что добавить-то? Что он хочет добавить? Просто чтобы решетки с собой не таскать. Так, что нету малых трубок? 20 штук. А ты можешь вообще делать или что тебе не хватает? Малых трубок... А, подожди. Малые трубки мы можем сделать только в сборщике на большой сетке, да? Понял тебя. То есть так это не работает. Так, а что отсюда нельзя сразу сюда? Только ручками. Хреновая у вас технология, только ручками. Так, хорошо. Тогда здесь у нас что-то еще можно сделать? Нет, пока тут производства нет. Значит, раз мы не можем сделать маленькие эти, нам надо сначала поставить этот, как его, базовый сборщик. Во. Ну, контейнер мы почти сделали. Сейчас мы, в принципе, к нему прикрутим. Так, где у нас сборщик? Сборщик, это у нас семерочка, да? Нет, это выживание. Так, а где у нас? Во, пятерочка. Базовый сборщик. Он, зараза, с одной дыркой, да? То есть его только в одну клетку фигачит сюда. Так, ну погнали. Взять 4 компьютера, 20 что-то компонентов. Короче, фигни полно. Ну давай, мне нужен сборщик, чтобы уже в нем делать. И туда тогда, наверное, и влезут решетки, херетки там и прочая фигня, если что. Давай, делай, делай. Если можешь, делай. Вроде тарахтит, значит, что-то делает.
6 стальных пластин, 3 экрана. О, все, пишет. Все выполнено. Так, погнали, значит, сюда вот эту штуку. Ах ты, блин, я сейчас заварю, я же ничего не смогу там сделать. Я же ничего в нем не смогу сделать. Так, а может мы вот эту херню провалим, нет? Ага. Так, я в него... А, нет, могу. Читерным способом могу залезть, да? Я могу даже в него трубу переложить. Отлично, чтобы в кармане не таскать. Вот, здесь мы можем уже вот эту штуку сделать. Так, а на эту штуку тебе что надо? Железо, в принципе, надо. А нам сколько таких штук надо, чтобы это доделать? 20 штук, да? И все, остальное у нас, в принципе, все там хватает. 20 штук. Это значит, надо два раза тыкнуть. Тын, тын. Вот. Тын, тын. Что это за погода такая страшная? Так, железо. У нас есть железо? Подожди. F. Это железо, да. Давай заберем. Так, где он? Где мое? Где мое? Покажи только... О, кстати, во-первых, заберем... А что, нельзя так? Пекаль забрать. Давай заберем железо. Да, в принципе, можно вообще все отсюда забрать. Все компоненты. Потому что мы сейчас все равно переезжаем. Так. Так, он пошел делать. Это потом все прыгнет куда надо. Так, давай мне... Вот эти штуки я заварю вот это. Все, теперь мы можем отсюда прям тут все вот так вот кидать. Вот сюда. А это будет само по себе. Отлично. Так, теперь, в принципе, нам вот этот survival kit-то уже и, в принципе-то, и не нужен, да? По факту. Так, это я сейчас все заберу отсюда. Камень тоже. Так, а сиденье как мне забрать? Так, 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 пекаль, херекаль. Это все мое родное. Так, давай-ка мы тогда GPS мы тыкнем. Создать GPS. Это у нас что-то там фигня какая-то сюда создалось, нет? Или еще новый маршрут? Куда создал? Нет, новый 7 километров. Точнее, это 7 километров. А куда еще? Больше никуда вроде, да? Хорошо. Так, мне нужен личное оружие. Взять вот сюда в руки куда-нибудь. Наверное, на четверочку сейчас жахнем. Так, нам базовый этот не нужен уже. Нужен очиститель поставить еще пару этих. Так, и контейнер пока не нужен, а это все остается. Так, четверочка, где у нас? На всякий случай. Так. Пойдем сейчас зарядимся полностью. Пока все идет неплохо, в принципе. Сейчас мы все на большую сетку перекинем, это все разберем. И у нас уже будет плюс-минус какое-то бомжоукрытие, где мы можем что-то делать. Так, нам нужен еще как минимум один ветряк, херек. Потому что иначе, у нас очень-очень мало... Очень мало этих электричества. Нам там... На базовый не хватит тогда. Он там создает или нет? Че он тыркает? А, во, все. Все компоненты. Или, подожди, все компоненты добавлены в планировщик, он написал. Он, по-моему, вообще ничего не взял. Да, в руках ничего нет. А, подожди. Это сюда. Давай заново. Вот это сейчас все перекину. В принципе, этот планшет мне тоже пока не нужен уже. Так. Он мне в планировщик зафигачил. Нет, ты давай мне... Уберись с планировщика. Подожди, а как я его выкинуть отсюда?
Что не выкидывается-то? Что за баг? Ну, если же лишний создаст, то, в принципе... Во, все, вот теперь мне точно написал, что все компоненты есть. Даже если лишний создастся, ничего, ну, это лишнее не будет. Мы, если что, еще один поставим. Да, блин, давай. Так, какая-то буря надвигается. Все, еще пошла электрика. Да, что-то все потемнело, пожелтело, аж страшно. Где у нас тут все? Давай зарядимся. Ну, если что, под землю закопаемся. Так, что еще тут у нас такое? Это все не лишнее. А, он мне, походу, на еще на одну целую ветряку зафигачил. Так, что по электрике, кстати, у нас тут вообще что-то вырабатывается? Где у нас вся инфраструктура? Базовый сборщик. Максимум потребления 280. А, вот они. Так, 50 киловатт крутит. Отдача 538 ватт. Это тоже там. Ну, тут, видишь, сила ветра низкая. Тут, если будет ветер, то раскрутится. Понятно. В принципе, пока жрет только сборщик, да? 280 может жрать. Непонятно, насколько они... О, еле-еле. А тут вообще ветер есть? Нет? На этой планете. Пока непонятно. Хорошо, тогда, скорее всего, здесь надо на водород переходить, чтобы он там жарил нам. Так, а что я могу создать? Подожди. Нам нужно прогресс посмотреть. Мне нужно вот эту штуку поставить, да, базовый сборщик. Я поставил, это разблокировалось. Теперь. Нам нужен, так, это просто сборщик, это батарея. Батарея пока мы точно не сможем сделать. Нам нужно вот этот базовый очиститель поставить, да? Тогда мы сможем бур пройти и сюда в сборщик уйти уже нормальный. Ну и, соответственно, поставить генератор O2H2. Который будет дохера давать. И, кстати, мы его можем даже сделать, да? Генератор. Производит кислород, водород. Да, но это не тот генератор. Это... Вот водородный генератор, да? Это вот этот, который водород фигачит. А его мы можем сделать, в принципе, энергоячейка, фигейка, ну да, можем сделать, не так-то трудно. Так, давай начнем с чего? Следующий нам надо поставить сварщик, херарщик, вот эту вот штуку, да? Которая перерабатывает всю эту дичь. У него как, где порты? В принципе, двухсторонние, можно даже и сюда уйти, да? Ну давай. Так, стальных пластин там надо до жопы, да? Ну, сейчас, если создаст сколько-то, поставим. Если нет, то пойдем копать. Что у нас, какие вариантов больше вообще нет? Сейчас это поставим, у нас разблокируется бур и можно... О, все, компоненты есть, отлично, отлично. Так, а как бы мне его так лучше поставить? Ну, если что, мы из контейнера потянем линию, да? Чтобы у нас, если что, бур там зацепился. Так, очиститель нам позволит быстрее все это переколошматить. И нам, в принципе, тот базовый этот самый уже не нужен. Мы можем разобрать. И главное, чтобы нам электрики хватило, да? Теперь можно все это барахло сюда уже камень кидать. Оно будет быстрее. Сейчас давай зарядимся мы здесь еще. Потихонечку. Пока что это разбирать не будем. Да и вообще малую сетку надо бы оставить. На всякий случай, просто на ней. Так, а это не то. В смысле не то, подожди. А, это выживание. Вот это. Вот, на ней легко разблокировать. Так, давай, заряди мне. А что, не можешь, подожди? Не понял. Кислород. А, у него типа по килограммам не влезал, да? Так, так это работает. Хорошо. Так, теперь еще, знаете, что хочу? Теперь вот эта штука нам, базовый очиститель, не нужно.
Комплект для выживания. Здесь нам нужен этот медицинские штуки, да, которые мы можем разобрать в капсуле. В капсуле разобрать, тогда у нас уже будет. Давай, наверное, еще одну ветрохерню поставим. У нас... Или, может быть, не, солнечную, по-моему, мы не сможем сделать. Так, ветрохерня, ну-ка. Если сейчас сможем это сделать... Во, все компоненты, говорит, нормально. Сейчас вот третью поставим, чтобы у нас более-менее там крутило что-то. Чтобы хватило на выживательные все эти штуки. Так, три штуки есть. Надеюсь, нам хватит плюс-минус. И теперь можно... В принципе, выживательный передвинуть. Но сначала я хочу поставить этот, как его, генератор водорода, кислорода и херорода. Так, это вот этот, да? А что нам нужно на него? Девяточка. Мотор, херор. Ну, в принципе, можно, да? Вроде должно хватить. Давай, делай. Так, ну там 91 стальная пластина. Охренеть. Походу все, да? Походу пластинки только кончились, да? Да. Надо, короче, идти копать. Идти копать. Давайте, наверное, так поступим. Так, что у нас там по времени? Время закончилось, да? Давайте на первую серию. В принципе, мы почти что все сделали, да? Осталось только комплект выживания сюда передвинуть. Вот, я сейчас пойду не на запись покопаю. Вот, накопаю достаточно булыжников всяких разных, да? Вот. И, может быть, даже до железа докопаюсь. Вот. И тогда мы с вами продолжим уже в следующей серии. И в следующей серии, может быть, даже сгоняем на эту станцию, посмотрим, что там. Вот. И будут сигналы, за сигналами тоже сгоняем, потому что там тоже полезные штуки. По крайней мере, первые решетки можно получить с сигналов, разбирая трастер. Вот. А один трастер, одна решетка, да? Пока мы не найдем кобальт. Но нам надо кобальт и серебро срочно найти, чтобы поставить медицинскую станцию. Иначе, если мы сдохнем, как говорится, навсегда. Ну, точнее, мы опять в капсуле хер знает где появимся. Поэтому нам нельзя сдыхать вообще. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Увидимся во второй серии. Пиши, комментируй, ставь лайки. Подписывайся на канал. И увидимся. Пока-пока.